Ай! Давай пока покинем аэропорт. Хорошо? Все. Ну, тебя точно вот остальные пока и тут толчок. А почему вы? Потому что мы закрываем, я закрываю. Все. Все. Не все, не все. Я тебя закрываю. Да. А мне? Почему мне? Ну, пока. Скажи, если захочешь. Ну, сейчас. Пока. Сейчас ну, я не хочу объяснять. Ну, давай. Ну, Володь, я не хочу объяснять. Давай ты сейчас объяснишь. Я тебе объясняю. Я тебя просил одно, ты сделал другое, прям противоположно. Что я сделал? Что? Ты написал, что аппарат был негоден. Это значит, соответственно, у меня сейчас будет проверки по транспортной. Ну, зачем мне это надо? Я тебя просил, что мне это не надо. Так, я должен был соврать? Ты не должен был писать, что аппарат неисправен. Ты должен был написать, я облетал, аппарат летал. Были замечания, он их, может, исправил. Должен был исправить. Все. Ну. Вот. А ты написал, что аппарат был неисправен. В итоге, соответственно, будет транспортная проверка. И хорошо. А я здесь при чем? Я тебя просил не писать это. Я тебя просил видео передать, и все. Подожди, ты просил меня соврать? Я тебя просил передать видео. Соврать просил? Нет, я тебя просил передать видео, облёт аппарата. Меня просили, я передал видео. Меня просили написать объяснительное. Хорошо. Я написал объяснительное. Хорошо, давай вот смотри. Я написал как эксперт. Давай смотри так, я сейчас не хочу разбирать, что я тебя просил и что ты сделал. Просто что ты сделал, вот, это, вот, и что ты сейчас вот делаешь, да. Это называется подстава. Вот да. И все. Да. Вот это будет опубликовано. Знаешь, да? Я тебе просто хочу сказать, что давай... Миша, это будет опубликовано вот там, Дмитрий. Вот опубликовывай где хочешь. Да? Понимаешь? Да. Вот. Просто не надо здесь заниматься да. Вот этой фигней. Да? Понял, да? Да. Володь. Какой фигней? Еще раз. Той фигней. Тестировать аппараты, да? Смотреть уровень подготовки пилота. Володь. А что такое? Что такое? Володь. Я не понимаю. Миша, а... Володь. Не надо туда грызть. Володь. Иди сюда. Ушел отсюда быстро. Сейчас на территорию. Сейчас мужчина. Я понял, да. Руки уберите. У него надо это. Руки убери. Здесь. Михаил. Сейчас. Миша, руки убери, блин. Уходи отсюда вообще, а? Убери руки отсюда. Не ругайтесь. Все, хватит, разойдитесь. Руки отпусти сейчас, какие-то. Михаил, еще. Удела, блядь. Отсюда. Все. Поехал. Честная территория. Здесь тебе нечего. Да, делать. Честная территория твоя. Да? Да. Все, я уезжаю. Улетаю. Да, я улетаю. Все. Улетаю. Окей. Я улетаю. Нет проблем? Все. До свидания, мужчина. Это видео будет опубликовано. У ментов. Твоей просьбой, он делает подставу просто. Твоей просьбы соврать. А почему ты это на всех так? Не на всех. Ты на всех, на весь. Нет, не на всех. Нет, не на всех. Ты понимаешь, зачем что ты сделал? Что я сделал не так? Он просит меня соврать. Я не просил тебя соврать. Убился человек. Я тебя просил соврать. Да. Подожди. Это записано, зафиксировано. Молодец. Зафиксировано здесь. Здесь зафиксировано. Ты зафиксировал. У него был плохой аппарат. Почему плохой-то? Потому что его валило вправо, у него был, как говорится, правый. Ты его облетал. Ты же его облетал и допустил его. Нет. Ты его допустил. Нет, нет. Нет. Ты его допустил. Не допустил. Есть видео. Да, есть видео, да. Есть видео у нас. Есть. Но там есть. Свиндон. Есть. Он... Я его опубликовал в Ютубе, оно есть. В Ютубе, да. Где было написано, что... Кстати, где было сказано. Кстати, его пытались убрать. Это не твоя ли это? Что убрать? Из Ютуба уже попытка убрать его была. Не знаю. Не знаю, ничего вот подобного. Никто, вот. Никто не пытался его убрать. Вот, не было никаких сообщений. Мне сообщили. Я его облетал. Мне сообщили в Крым о том, что ты облетал. Кстати, ведь я рекомендовал ему, Саше, чтобы ты облетал аппарат, поскольку ты облетал аппарат Кости в этот день. И я ему сказал, говорю, без облета людского не выпускать его в воздух. То есть, Саша, чтобы не летал. Так. Хорошо, он согласился. Вы выпустили его? Ты, подожди, ты дважды облетывал аппарат, три, как раза. Сообщили. Три раза облетывал. Даже три раза облетывал. Да. Первый раз сказал, там валит и прочее что-то, исправил. И третий раз ты сказал,
Это четко мне сообщили. Третий раз ты сказал, что аппарат можно летать. Так вас обманули. А теперь ты себя, выгораживаешь. Так вас обманули. Выгораживаешь и делаешь меня вот эту фигню. На видеозапись есть документ. Есть видео, да. Есть видео. И вы можете посмотреть сейчас в YouTube. Аппарат. Сейчас. Я могу его сейчас показать. Хотите, сейчас покажу? Покажи. Покажи. Не проблем. Покажи крайнее видео. Летать на. А почему тогда ты не заложил мне об этом? От телега? От винта? Да, там за счет винта нельзя было летать. Предлагаю уединиться где-нибудь в удобном месте. Все посмотрите. А почему ты тогда не доложил мне об этом, что его не летать нельзя? Миша, нахуй ты пошел, понимаешь? Да, вот ты отсюда пошел нахуй. Пошел. Ты отсюда нахуй пошел. Ты что ко мне пристаешь, сука? Ты что, иди отсюда, здесь вообще территория не твоя, а моя здесь. Ты допустил человека, блядь. Здесь моя территория, это ты его убил, блядь. Человека, это ты его убил. Стоп! Блядь, ты что ты делаешь-то? Ты что делаешь-то? Ты у меня здесь вообще. Слышишь? Говнюк, ну пошел отсюда. Поехал отсюда. Поехал отсюда. Ты здесь находишься не на моей территории, понял? Ты вообще не на моей территории.